Я немножко о себе расскажу. Я пришла на конкурс в 2021 году. У меня свое было швейное производство небольшое. Ну, один человек у меня на тот момент работал. Я продавала сумки шоперы на маркетплейсах. Вот. На сегодняшний день у меня работает 15 человек в составе. Я купила помещение при помощи поддержки центра «Мой бизнес». Также очень помогает центр, потому что рекламу и сайт настраивать тоже через «Мой бизнес». Вот. Хочу вам пожелать, чтобы у вас было хорошее настроение и ваш этот конкурс прошел в легкости. Успехов!